В Москве проходит 5-й съезд Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления. В съезде принимают участие председатель ассоциации Елена Лапушкина и исполнительный директор Дмитрий Словецкий. В рамках съезда дан старт приема заявок на Всероссийскую муниципальную премию «Служение». Премия будет присваиваться выдающимся представителям муниципалитетов за особый вклад в развитие муниципальных образований. Награждение пройдет в конце января на Всероссийском муниципальном форуме «Малая Родина. Силы России», сообщает телеграм-канал городской администрации «Вести». Из Дворянской. Департамент образования приглашает к участию в опросе по организации и качеству питания обучающихся муниципальных образовательных учреждений городского округа Самара. Прохождение опроса поможет собрать необходимые данные, чтобы в будущем улучшить качество питания обучающихся. Чтобы принять участие, пройдите по ссылке, которая опубликована в телеграм-канале городского департамента образования. С 1 сентября этого года работники могут брать до 24 дополнительных выходных дней подряд для ухода за детьми-инвалидами. Выходные может взять один из родителей, опекун или попечитель. Отдых не должен выходить за пределы общего числа дополнительных выходных, которые сотрудник не использовал для ухода за детьми-инвалидами в данном календарном году. То есть работник может не брать каждый месяц по 4 дополнительных выходных, а копить их, чтобы взять больше за один раз. График предоставления такого отдыха и срок подачи заявлений нужно согласовывать с работодателем. Сообщает со ссылкой на прокуратуру телеграм-канал промышленного района Самары. 98 лет исполнилось ветерану Великой Отечественной войны Вере Александровне Файзулиной. В годы войны она была медицинской сестрой, награждена медалями за доблестный труд и орденом Отечественной войны второй степени. Глава Самарского района Роман Радюков поздравил Веру Александровну с днем рождения, пожелал крепкого здоровья, благополучия, заботы родных и близких, мирного неба над головой, информирует телеграм-канал Самарского района.